Концертную программу «Имя, любимое твое» посвятили прекрасной половине Ханты-Мансийска. Мужчины КДЦ «Октябрь» исполнили композиции, в основе которых имена любимых дам. Концерт в Международный женский день стал уже доброй традицией для центра и не оставляет равнодушными сотни женщин окружной столицы. В этот раз всем зрительницам вручили цветы. Поздравили каждую Екатерину, Елизавету, Анастасию, Наталью и не только. Знаете, я готов притянуть Луну ближе к Земле, чтобы она ярче освещала твою красоту. Я звоню тебе, Тома, целый день сидишь дома. Ты не хочешь со мной гулять, а вчера отказала опять. Превосходный концерт, очень понравился, получили очень позитивные эмоции. Очень прекрасно, все артисты молодцы, очень вдохновляюще. И получили много впечатлений и восторга от всего. Спасибо большое им. Прекрасный день, чувствуется праздник.